Всем привет! Мы решили повторить свою поездку в Карелию, но немного изменить цели. Также было решено взять с собой палатки и все необходимые вещи для ночевки в лесу. В этот раз мы захотели добраться до национального парка Паанаярви, который находится на севере Карелии. Протяженность пути от Москвы по прямой без различных съездов составляет 1700 километров. В прошлый раз мы посетили несколько водопадов. Ссылку на ролик оставлю в описании. Видео будет разделено на две части – до города Беломорск и после. Из Москвы двигаемся по платной дороге. Всего предстоит проехать два участка с примерно одинаковой стоимостью. По пути нас встречает Староладожская крепость. Первое место для ночевки мы нашли совершенно случайно. Можно сказать, нам повезло. На следующее утро двигаемся дальше. Останавливаемся в кафе, чтобы плотно покушать. Проехав еще немного, приступаем к поиску места для ночлега. Мы останавливались у нескольких озер, но везде был сильный ветер. В итоге, после поисков, мы остановились возле многочисленных садовых товариществ на берегу прекрасного озера. И это была самая холодная ночь. Ты муха в кадр лезет.
Утро третьего дня. Ночью было холодно. Сейчас тоже, в принципе, не жарко. Но мешки с палатками нас пока спасают. После горячего завтрака выдвигаемся в путь. Заезжаем на беломорские петроглифы. Это археологический комплекс с наскальными изображениями возрастом 5-6 тысяч лет. Первая часть поездки заканчивается. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение и новые видео. Пока!